Сьогодні у день здоров'я грудей, або, як кажуть ще, всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, ми поговоримо з Миколою Анікусько, мамолог, онколог-хірург, і все ж таки будемо розуміти, як піклуватися про здоров'я жіночих грудей. Доброго ранку. Ми дякуємо вам, що ви завітали в нашу студію. І знаєте, ось перше таке питання з'являється в голові. Взагалі, от про цю хворобу почали говорити десь останні там років 5-7. А взагалі статистика, вона зростає захворювань в Україні, чи все ж таки зменшується? То, что происходит сейчас, заставляет нас обратить внимание на рак в целом, не только о раке молочной железы, а о глобальной проблеме. Это действительно глобальная проблема. И за последних 20 лет, с 2000 по 2020 год, заболеваемость раком в целом увеличилась в два раза. С 10 миллионов почти до 19,6, ну, считайте, до 20 миллионов в два раза. Так. И статистика говорит о том, что до 2040 года заболеваемость раком в целом увеличится еще на плюс 50%. Это, это статистически очень страшные данные. А с чем это, вибачте, с чем это повязаны такие дуже моторошні данные? Если говорить о раке молочной железы, наверное, это будет более тема, которая нас всех затрагивает. То, что поменялся образ жизни женщины. Образ жизни. Так. И это заболевание приобретает форму, реальной формы пандемии. Каждая восьмая женщина имеет пожизненный риск заболеть раком молочной железы, а в целом от онкологических заболеваний каждый пятый житель планеты Земля заболеет, столкнется с раком. Поэтому, если говорим о раке молочной железы, это цена за наше эволюционное развитие. Мы изменили образ жизни наш. Ну, два основных фактора, конечно же, которые могли бы включить, это урбанизация, то, что мы стали жить по законам города, много едим, нервничаем, мало двигаемся и поздно рожаем. И гормональные факторы. Безусловно, если посмотреть на один из самых важных факторов профилактики рака, это время наступления первой беременности. Чем она раньше наступает, тем меньше вероятность развития рака. Поэтому тенденция, которую мы имеем сейчас, ну, данные 2-3-летней давности, по данным Института демографии, что в среднее время первой беременности в Украине 27,4. То есть практически в 27,5 лет это то время, когда уже, к сожалению, но беременность не дает вот той протективной защитной функции, которую должна нести. Тобто, чем раньше беременность наступает, чем раньше наступает беременность, тем больше и лучше здоровье молочной железы. И тут те изменения, которые мы отметили в прошлом году, когда заболеваемость рака молочной железы, она преодолела рубеж рака легкого. То есть, если говорить о раке легком, он всегда лидирующий. Это индустриализация, это выхлопные газы, это курение. То сейчас, конечно же, программа профилактики и лечения рака легкого немножко начала стабилизировать несколько тенденций к снижению, но рак молочной железы опередил его. И поэтому Всемирная организация здравоохранения вместе с МАГАТЭ и агентством по исследованию изучения рака возглавила глобальную инициативу, инициировала ее с конца 2021 года. Она будет направлена на три основных направления. То есть первое – это уменьшить смертность от рака молочной железы. Мы, к сожалению, не сможем повлиять на заболеваемость по известным причинам, потому что мы поменялись, мы строим, мы социализировались. Вот, уменьшить заболеваемость и смертность от рака молочной железы путем улучшения здоровья груди, раннего выявления и оказания максимально доступной медицинской помощи, чтобы все имели равные права и доступ к хорошему, качественному лечению. Вот эти три основных ключа. Так, я б хотів уточнити один такий важливий момент. От зараз у нас є така тенденція, що дівчата, ми самі, ми незалежні, і вони можуть народжувати, там, наприклад, після 40, кар'єристки, так? І це безпосередньо впливає на подальший розвиток рака грудей, правильно? Так, правильно. До якого віку потрібно от уже, ну, must have народити, аби не погіршити здоров'я? Смотрите, у кожної монети дві сторони. Так. Чим раніше наступає беременность, тем быстрее заканчивается дифференцировка ткани молочной железы. То есть Бог дает грудь, природа-мать. Так. И окончательно она останавливается или дифференцируется, останавливается в своем развитии при наступлении беременности и кормления. Пока женщина не родит, пока женщина не начнет кормить, вопросы дифференцировки, вопросы формирования окончательной не заканчиваются. Поэтому женщина живет с огромным количеством
назовем так, стволовых клеток недифференцированной ткани в груди. Это может пойти по любому пути. Угу. Статистика говорит о том, что женщина, которая не рожала, имеет вероятность развития рака на 30% больше, ой-ой-ой, чем женщина, которая родила в 20 лет. Но кто сейчас рожает 20 лет? Ну, кстати, типа одинокие выпадки. Так. Единицы, безусловно. Поэтому статистика также показывает, что если женщина родит до 25 лет, у нее риск возникновения рака меньше, чем у нерожавшей. 25-35 риск возникновения рака такой же, как у нерожавшей. Я говорил 27,4. Но если первая беременность после 35 лет, риск рака выше, чем у нерожавшей. Ой-ой-ой-ой. Поэтому к процессу беременности нужно подходить очень взвешенно. Здесь уже это не акт любви. Угу. Поэтому если женщина решила расширить свою семью, родить ребенка после 30 лет, безусловно, здесь нужно подходить всегда взвешенно, обращаться к специалисту, получить консультацию. Нужно отметить, что любое злокачественное образование не возникает просто на голом месте. Угу. Этому предшествуют какие-то ряды изменений, начиная от, скажем, генетической предрасположенности, угу, от 5 до 10% пациентов, женщин имеют унаследованный риск возникновения рака молочной железы, до каких-то предраковых изменений, которые являются прекурсорами рака. То есть стать тем фоновым состоянием, на фоне которого возникнет рак. И мы знаем эти изменения. Вот говорим о том, что улучшить здоровье груди. Это выявить эти изменения, выяснить причину, дать рекомендации нашей пациентке, ну, в данном случае не пациентке, а здоровой женщине, по питанию, по лайфстайлу, по образу жизни, как тратить калории, что кушать, как вести себя. Всемирная организация здравоохранения опять же таки говорит, что если мы откажемся от курения, ну, откажемся от чрезмерного солнечных загаров, будем заниматься активным образом жизни, проведем вакцинацию хронических источников инфекции, это гепатит, папилломавирус человека, и будем кушать побольше волокон и уменьшим количество жиров, тут практически 38% всех раков, всех локализаций можно спрофилоцировать, то есть не дать развиться или появиться им. Ну и мы знаем, сейчас у нас появилось новое направление, это онкопрофилактика, это новое направление в выявлении предраковых состояний и ведении этих пациентов. Доктор, который занимается улучшением качества, скажем так, модификацией лайфстайл, образа жизни, он сейчас самый популярный на Западе. И клиники, которые занимаются определением факторов риска, это очень востребовано и дает нам возможность, ну, скажем, модифицировать будущее, влиять на будущее. Мы сейчас имеем ряд препаратов, прием которых может дать хорошую защиту і профілактику від виникнення рака молочної залози. Знаєте, ще був момент, пам'ятаю, що в школі розповідали, чи це міф, чи не знаю скільки, що бюстгальтер, він також може впливати. Тобто, якщо там казали, пам'ятаю, що ось ці дужки, що їх не можна, потрібно їх уникати, або щоб якось не здавлювало. Тобто, що тут ще й білизна може впливати на захворювання. Знаєте, дуже противоречиві дані відносно білья. Здесь есть и сторонники, и есть люди, которые являются оппонентами их, потому что все-таки белье – это, ну, скажем так, та часть нашей жизни, которая позволяет улучшить качество. То есть, конечно же, у женщины, которая, ну, небольшая грудь, и она носит белье пушап, навряд ли будет серьезное воздействие, как негативное, так и позитивное. Если мы говорим о женщине с большим размером молочной железы, ну, безусловно, это белье позволяет, ну, уменьшить боли в спине, уменьшить боли в плечах, заниматься теми видами жизнедеятельности или работы, которые не будут, ну, скажем, она к вечеру не будет чувствовать усталость в плечах. Поэтому нет. Смотрите, ну, 98%, наверное, 95% женщин на планете Земля используют бра, используют белье, причем оно есть разные для занятий спорта, и для обыденной, и часть туалета, красивого туалета, эротическое белье и так далее. Тогда нельзя сказать, что здесь есть корреляция между
цим більйом і раками лишишся. А ось є ще один теж міф такий про те, що, можливо, правда, також хочеться від вас почути експертну думку, що він може передаватися, рак молочної залози, якби через покоління. Тобто, був, наприклад, у бабусі, буде у онучки. Це правда чи ні? Або взагалі, якось, знаєте, наприклад, з покоління батьків. Ну, тата, наприклад, не по маминій лінії, а з тата. От 5 до 10% раків молочної залози можуть унаслідуватися. Ми вже знаємо ці гени. Скажем так, мы еще не изучили секреты природы, но мы знаем сейчас 12 генов, которые влияют на вероятность возникновения рака. Для нас это очень серьезное знание, потому что они открыли возможность применять препараты, которые дают профилактику вот этим заболеваниям. Безусловно, ген, который отвечает за рак молочной железы, это BRCA1, BRCA2, PLB, их чек, так называемый, они увеличивают вероятность возникновения рака, причем зачастую достаточно агрессивных форм. И разработаны препараты для лечения этих пациентов. И если мы знаем, что этот ген есть, и его сейчас в Украине достаточно беззаботно исследовать, вообще очень удобно, или это соскоб со слюны, с поверхности слизистой полости рта или капля крови, и мы можем исследовать эти гены. И они как группа крови не меняются в течение, как цвет глаз, не меняются в течение жизни. Соответственно, разработать уже стратегию по профилактике этих пациентов за счет более частого наблюдения, применения химиопрофилактических средств и вплоть до расширенной хирургии, да, как поступила Анджелина Джоли. Она, в общем-то, два явления, которые это мировых таких, то, что Анджелина Джоли не скрывала о своей генетической предрасположенности, это первое. И второе, то, что компания MyRate в Соединенных Штатах, она утратила приоритетное право на тестирование. И поэтому сейчас, скажем, генетическое тестирование, NGS, вот секвенирование следующего поколения, которое исследует сразу одновременно там, миллионы генов, стало доступно для каждого человека, не только доступно в информационном поле, но и в финансовом. Потому что все-таки этот метод, если мы говорим о изучении генетического геномного атласа в начале 90-х годов, это были миллионы долларов исследований одного пациента, то сейчас это десятки, сотні, ну, сотні, може бути, там, около 1000 гривень іслідування гена, це достатньо доступно. Пане Микола, хотів би уточнити один такий момент, у нас досить така важлива зараз тема, і хотілося б на початковому етапі, можливо, там уже років з 20, на що потрібно звертати увагу, аби при першій симптоматиці вже звертатися до лікаря, щоб не погіршити стан? Це частина нашої культури, согласитесь. Опять же повторю, что рак не возникает как взрыв бомбы. Так. Прежде чем он возникнет, возникает ряд изменений, которые этому предшествуют. И для того, чтобы выявить пациентов, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию, безусловно, для этого есть врач. И три основных направления скрининговых программ. Скрининговые программы позволяют нам выявить, они могут быть индивидуализированы или популяционные скрининговые программы, которые выявляют пациентов с предрасположенностью к раку. Нас сейчас не устраивает диагностика, когда мы видим или те симптомы, которых раньше мы обучали наших специалистов. Втяжение кожи, выделение соска, изъязвление. Это глубоко зашедшие формы рака. Нас это не устраивает как специалистов, потому что здесь достаточно сложно гарантировать успех лечения таких пациентов. Мы говорим о раннем раке. Это рак 2, 3, 5 миллиметров, когда мы можем его выявить, то его выявляют только тогда, когда мы целенаправленно его ищем. Mm-hmm. Поэтому три основных направления. Первое – это самообследование. Мы умываемся, чистим зубы. Mm-hmm. Женщина должна, ну это не только женщин касается, и мужчин. Ну для женщин наиболее часто встречаемый на 100 случаев рака молочной железы, один случай рака грудной железы у мужчин. Женщина должна раз в месяц проводить самообследование. Казалось бы, и многие страны отказываются от этого метода, но тем не менее он в комплексе играет большую роль. Женщина раз в месяц, межменструальный период, во время, удобнее всего время приема душа в комфортных условиях, она просто осматривает свою молочную железу пальпаторно. Безусловно, она не специалист. Но она просто сравнивает симметричные участки груди. Mm-hmm. Если эти симметричные участки по плотности, по консистенции или по ощущению отличаются, она должна прийти к своему семейному врачу. Или получить направление к специалисту, маммологу или онкологу, гинекологу.
и чтобы этот специалист интерпретировал эти данные. Что означает, когда здесь болит, а здесь не болит? Что означает, как здесь упругое образование, а в этом симметричном участке его нет? Достаточно просто. И вы получаете ответ, и вы знаете, как себя вести. Вы с детства уже знаете, как построена ваша молочная железа. Ну, не с детства, с 20 где-то лет, когда уже формирование заканчивается. И вы коммуницируете с своим семейным врачом. Мы приглашаем специалиста к обязательной консультации, если женщина это делает раз в месяц. А все консультации, они безкоштовные будут? Безкоштовные. Так? Безусловно. Вероятно, есть возможность бесплатно записаться на консультативный прием. Если женщина занята, строит бизнес, у нее нет времени обратиться к врачу, она хочет прийти в субботу или воскресенье, или там в вечернее время, удобное для нее. Безусловно, она может обратиться к специалисту и в клинике частной собственности и получить такую же консультацию, ну, за какие-то абсолютно умеренные средства. Поэтому это тим паче, коли про здоров'я мова. Да, конечно. И если она делает раз в месяц, то клиницист смотрит до 30 лет такую женщину раз в 2-3 года, а с 30-летнего возраста ежегодно. Если мы говорим о инструментальных методах обследования, они также сейчас интегрируются в нашу диагностику, особенно для молодых женщин. Есть очень много хороших сонографических устройств, это УЗИ-аппараты, которые позволяют до 30 лет разобраться в том или ином феномене, который определяет женщина. А с 35 лет до 40 лет уже принимать во внимание и маммографический скрининг. Сейчас благодаря департаменту здравоохранения города Киева, Киев обладает уникальным, ну, 18 машин совершенно уникального качества. Наверное, многие столицы мира могли бы позавидовать этому. Это серьезные машины, которые цифровые маммографические устройства, которые стоят в поликлиниках, в КДЦ, диагностических центрах. Они доступны, они бесплатны. Просто нужно иметь направление от семейного врача. И это гарантированная помощь, которая гарантированно оплачивается Национальной службой здоровья Украины. И она абсолютно бесплатна. И поэтому до 40 лет, 40 лет до 50 раз в 2 года. А с 50 лет ежегодно маммографический скрининг проводится до того периода, когда есть такое понятие, ожидаемая продолжительность жизни составит там 5-10 лет. Тогда уже можно уже как бы уходить з клінікових програм. Пане Микола, ви сказали, говорячи про жіноче здоров'я, ви сказали, що також це важливо і для чоловіків. Я так розумію, що проблема у чоловіків також можуть бути в цій сфері? Безусловно, особливо, якщо річ йде о генетичній підрозположеності. У пацієнтів, у яких є генетична підрозположеність, вероятність виникнення рака в сім'ї дуже висока. Якщо у чоловіка болів раком грудної желези, это один случай из 100 на 100 случаев женщин, такие пациенты, как правило, нужно обследовать генетически. Нередкое заболевание достаточно сейчас. Мы видим, что гормоны, которые вырабатываются в женщин в большом количестве, они вырабатываются в следовых таких небольших количествах и у мужчин, но ряд факторов могут способствовать их увеличению. Это изменения со стороны печени, это, скажем, злоупотребление определенными препаратами, которые используют, к примеру, на мужчины для увеличения мышечной массы, к примеру, для усиления активации метаболизма. Или люди, которые перенесли, скажем, я говорил уже о гепатитах, или принимают какие-то особые препараты для лечения там, туберкулеза или еще каких-то вещей, они должны наблюдаться. Как правило, предшествующим является образование гинекомастии. Это развитие ткани железы у мужчин напоминает развитие ткани, как у женщин. То есть начинается гиперплазироваться железистые ткани. В будущем может также на этом фоне образовываться рак. Поэтому мы приводим эти примеры для того, чтобы и мужская часть нашего общество понимало, что это не только женская проблема, это и касается и мужчин. Если есть гинекомастия, есть дискомфорт, неприятные ощущения в груди, нужно обратиться к клиницисту. Возможно, специалист даст рекомендации. Это не обязательно хирургия, это и медикаментозное лечение, это изменение образа жизни, которое может дать хорошу профілактику, і ми можемо збіжати будучих неприємностей. А знаєте, найпоширеніше запитання, чи взагалі повністю можна вилікуватися від раку молочної залози? Знаєте, Архімед сказав, дайте мені точку опори, і ми перевернемо мир. Якщо ви дадите нам рак нульової стадії, гарантированно излечим от рака. Поэтому чем раньше диагностика, тем более эффективное лечение. Если мы диагностируем рак до 5 мм, даже если он будет иметь агрессивные черты на уровне молекулярного портрета, всегда благоприятный исход.
на 65-70%, не вкладывая никаких средств, не вкладывая никаких дополнительных, просто выявить рано. А рак не возникает, опять же, это не эффект взрывной бомбы, он длительное время проходит абсолютно асимптомно, без каких-либо проявлений, и зачастую на уже имеющихся каких-то изменениях. Сделайте маммографию. Это глобальная инициатива, она касается не только Украины, касается всего мира. Это пандемия похлеще ковида. Потому что от рака умирает больше, чем от малярии, туберкульоза и ВІЧ на всей планете Земля. Пане Миколо, мене досить таки сильно зацікавив ось цей аспект, що все залежить від нашого способу життя. Досить таки популярно, що 10 тисяч кроків ходи на день і буде тобі щастя. От скажіть, ось в розрізі ось цієї жахливої хвороби і покращення нашого способу життя, чи буде давати воно такий позитивний результат? Я б говорив, що ініціатива Всемирної організації здравоохранення о тому, що якщо ми... Вот приводил примеры. Одно из них – это усиление активности нашего физического занятия в джим, в спортивных залах. Безусловно, оно уменьшает вероятность не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и рака в том числе. Мы сжигаем ненужные калории, мы уменьшаем количество депозита жира, а депозит жира – это... фабрика по производству естрогенов. Так. І виходить, що також зараз важливо зрозуміти, що заради свого здоров'я потрібно відмовитися від шкідливих звичок, це таких як паління, вживання алкоголю. І які ще можуть? Не загорати. Тобто солярії, вони можуть спричиняти. Безусловно, вони в цілому вносять негативну сторону в онкологічну заболіваємість. Рак кожи достатньо часто. Нозологія. Мы часто встречаемся, и уже, пардон, не в 50 лет, ну, так. И в 25, и в 30. А когда люди два раза в год ездят в Египет, это активное солнце. Для нашей белой кожи это чрезмерная нагрузка. За это придется расплачиваться. А можно вашу экспертную думку? От коли люди на відпочинку, довгоочікуваний відпочинок, хочеться і загар собі чудовий мати, так? От згідно ваших рекомендацій, скільки варто проводити часу під сонцем? Не существует правила... сколько времени нужно проводить, оно зависит от ряда факторов. В какой стране вы загораете? Безусловно, если вы загораете в Прибалтике, вы можете провести весь день, и вам ничего не грозит. Но если вы загораете... Давайте Египет возьмем. Египет, да, безусловно, это более высокое расположение солнца, Арабские Эмираты и так далее. Нам, для людей с белой кожей, мы лишены чрезмерной защиты, как это есть у арабского населения и так далее, мы должны уже где-то в 10-15... уходить в тень, стараться не загорать. Не то, что загорать, мы все равно получим тот загар, который необходим. Потому что даже тенты не гарантируют нас или верхняя одежда от проникновения ультрафиолета. Да, меньше будет загара, но повреждающий эффект ультрафиолета, там другая фракция излучения, оно, скажем, более короткое, оно проникает даже через одежду, и оно повреждает глубокие слои кожи, что может приводить к преждевременному старению кожи і раку кожи в тому числі. Ми вам дякуємо, тому що сьогодні ми дійсно підняли важливу тему, розібрали по полицях, і важливо все ж таки розуміти про те, що наше здоров'я залежить тільки від нас, і з нами сьогодні був Микола Анікуйський, мамолог-онколог-хірург. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі матеріал, який ми будемо вам дарувати, буде не менш цікавим і таким самим актуальним. Ми робимо усе можливе, аби якість вашого життя з кожним нашим інтерв'ю покращувалась. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, приємні коментарі пишемо і покращуємо своє життя.